Вперед к новым свершениям и достижениям! Друзья, всем привет! Вы на канале «Страна Игрляндия». И сегодня мы продолжаем играть в Wormade. Эта игра понравилась не только нам, но и нашим подписчикам. И мы решили сделать еще одну серию. Наш червячок сегодня будет с повязкой пирата. Как и в прошлых играх, мы будем стремиться попасть в топ, а именно на первое место топа. Ну а кто также будет болеть за нашего червячка, поддержите его лайками и своими комментариями. Какой был момент, мы едва ушли от столкновения. Но после того, как мы подрезали этого червячка, у нас появилось довольно-таки много еды. Да, нашему червячку повезло полакомиться вкусняшками. К тому же, ребята, наша страна уже находится на 11 месте в топе. Как вы видите, Тима Бро испугался нашего смеха. Ну а мы после него соберем много вкусняшек. Там мы все сладости съели, пойдем поищем приключений на свой хвост. Какой резвый полосатый червячок, он нас хотел подрезать. Но как же хорошо, что это у него не получилось. А здесь, видимо, не скучно, и я думаю, нам будет чем поживиться. Да, ты был прав, наш червячок вырос словно на дрожжах и с 11 места в топе перебрался на 6. Я бы сказал, не очень смешно. Да, очень жаль нашего червячка, ведь я на него такие большие надежды возлагала. Но ничего, я думаю, этот все исправит. Ну, попыток у нас может быть много, но обязательно нужно занять первое место в топе. Как можно быстрее набираем массу, хотя червяки с большой массой мне не очень нравятся, ими довольно-таки сложно управлять. Да, а вот червячки вот такой сравнительно небольшой массы очень быстрые, шустрые и поворотливые, в отличие от огромных гигантских червяков. Я вообще считаю, чем больше червячок, тем сложнее. И это правда. Чем больше ты разъелся, тем больше желающих тобой полакомиться. Вот так вот мы ему укоротили хвост, а то он больно резвый. Ну что, а сейчас отправляемся на поиск плюшек и новых приключений. Но главное, чтобы мы нашли приключения, а не они нас. И это правда, но я хочу заметить, что во второй попытке нам с тобой везет. Я, кажется, поняла твой замысел окружить красного червячка, но он поздно об этом сообразил. Ух ты, и снова вкусняшки. Хотя мы к ним не имеем никакого отношения, ну в смысле, это не мы подрезали этого червячка. Но столько ничейной еды, что наш червячок не смог пройти мимо и полакомился. Наша страна потихоньку поднимается вверх в рейтинге. И снова ничейная еда. И мы уже на 12-м, на 11-м. Кто-то нас опередил. И на одно место мы опустились ниже. Тебя так угораздило. Я думаю, все обратили внимание на то, что тот червячок, который был у меня в плену и который смог окружить меня, у них были одинаковые скины, и я думаю, что они действовали в паре. И кстати, круто они меня зажали в тиски.
уже третья наша попытка забраться на первое место в рейтинге. В этот раз мы начинаем более шустро, и нам немножко везет. И страна довольно-таки быстро поднимается в рейтинге. В данный момент мы занимаем 6-ю строчку рейтинга. Как вы понимаете, при таком скоплении народа неизбежны случайные столкновения. Из-за этого так много еды. Главное нам самим с кем-нибудь не столкнуться. Или смотреть за тем, чтобы нас не подрезали. Как же круто! Вы только посмотрите, какой огромный червяк лопнул. И кажется, все это достанется нам. Ну вот мы и добились поставленной на сегодня цели. На данный момент страна Игерляндия с 3 400 000 баллов находится на первом месте рейтинга. Ну что, ребята, главная цель достигнута, и наш червячок страна Игерляндия номер один. И теперь есть время для приветиков. И как обычно, первые приветики именинникам, а именно Алиночке Шереботько, Елене Ширяевой, Диане Голуб, Рине Фокс, Ксюше Миль, Максиму Вечерскому, Игорю ТВ, Елене Тугушевой, братику Иры Тимофеевой и Миланочке Шеф. Также приветик Диме Веселому, Наде Павловой, Юре Коробочке, Яне Нотыч, Ясмине Акбаровой, Анжелочке Квитка, Жанатка Нарбаевой и Серику Ежанову. Еще огромный приветик Ире Ващенко, Ксюше Самойловой, Алине Морец, Полиночке Ощууловой, Яне Злуницыной, Валерии Вербицкой, Косте Поздееву, Регине Кэт, Дарье Маршениной, Ангелине Фокс, Таралей Страйп, Алине Сизимой и Аделе. Также приветик Вике Колупаевой и ее подруге Ане Извековой. Также приветик Good Girl, Мерлин Мэнсон, Софье Веселовой, Алине Найди, Оле Мисюку. Отдельный приветик Турдимаматовой Сизимай, Нурбек Ташбаеву, Арине Рубан и ее сестре Лизе. Огромный приветик Веронике Курганской, Эмми, Давлетияровой Жазире и Зерви Колдаш. Также приветик Юлии Колдун, Артеевой Анастасии, Настюше Ананиной, Юлии Лисун, Софии Масловой, Леди Милане, Софье Пен, Виктории Кот, Эсмине Алиевой, Ирочке Дорохиной, Сабрине Гаджиевой, Арише Сарченко. Конечно же, приветик Татьяне Кравченко, Алине Кэт, Дарине Мурисевой. Огромный приветик Бачаеву Косте, Ульяне Маркатюк и Камиле Пак. Также приветик Еве и Яне Игнатовым, Машеньке Просько, Валерии Щедриной, Лере Эти, Диане Бурдиновой, Оле Мисюку, Веронике Закалистровой. Дружеский приветик Косте Поздееву, Лизе Горбачик, Лизочке Масловой, Диане ТВ, Алине Абдулиной, Алене Шабалиной. Конечно же, приветик Гунау и Джанику, Вере Сыкиной, Вике Губанцовой, Абушиновой Болхе и Елене Нечай. Большой-пребольшой приветик Милене и ее братику Богдану, Артему М., Шевцовой Светлане, Яне Звуницыной, Яне Боровец, Светлане Шевцовой, Ирочке Дорохиной, Королеве Тик-Так, Светлане Богомоловой, Анастасии Топольницкой, Екатерине Панько, Мари и ее подруге Даше. И последний приветик Ирочке Дорохиной и Анне Яковлевой. За это время, пока звучали приветики, наша страна оккупировала первое место и также немножко подросла. В данный момент у нас 4 370 000 баллов. И это абсолютный рекорд для страны Игерляндии. Перемотаем немножко вперед, и снова у нас неоднозначная ситуация. Естественно, мы окружаем довольно-таки больших червей, но получается, что нас также взяли в кольцо. Ну вот, червяк, который нас взял в кольцо, лопнул.
Но я решил себя обезопасить и наше кольцо немножко увеличить. Неосторожное движение, и мы лопнули. Ребята, с вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!